по нагрузкам в школе, я уже говорил. Нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах это совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться. А здесь ученика все. От математики, гуманитарной, естественной и так далее. Ну, слушай, нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются. Поэтому на это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 6 часов или 5 отработали в школе и еще столько дома. Это ненормально. Мы калечим детей.